Престижные стажировки и карты скидок совсем скоро станут доступны всем саратовским студентам. В рамках конференции под названием «Развитие студенчества», которая состоялась в пресс-центре издания «Комсомольская правда» в Саратове, молодежные лидеры рассказали о новых проектах, ориентированных на учащихся вузов. Так, в скором времени все 100 тысяч студентов, институтов и университетов региона смогут приобретать товары со скидкой от 3 до 50%. Уже сейчас саратовские студенты могут получить дисконт более чем в 100 магазинах. По словам руководителя проекта Артура Абрамова, такая карта лояльности должна стать популярной в вузовской среде. Вот данный проект, они существовали ранее, мы не придумали какой-либо велосипед. Почему не получалось у наших предшественников? Я думаю, потому что они эти студенческие карты или подобные такие карты, они их реализовывали за ту или иную цену. Мы студентам эти карты раздаем абсолютно бесплатно. То есть любой студент, обратившись или заказав у нас на сайте, может получить эту карту бесплатно. У нас такой тренд – студентам быть выгодно. Опять-таки, это удобно. Студент идет по городу, видит логотип нашей студенческой карты, заходит, покупает со скидками и получает приятные эмоции. Также на пресс-конференции зашла речь и о стажировках обучающихся. Так, в этом году любой студент, вне зависимости от того, в каком вузе он учится, сможет стать помощником депутата и поучаствовать в работе предвыборной кампании. Для этого достаточно пройти курс в рамках программы «Мой выбор» и «Команда 64». После стажировки будут определены 4 лучших студентов. На общественных началах каждый из них сможет продолжить работу в аппарате одного из действующих депутатов.